Они, конечно, выезжали вот на подобного рода трудовые семестры, но практически, так сказать, штучно по районам и так далее. В Музее истории Казанского федерального университета прошел круглый стол ветеранов студенческих отрядов. Студенческие отряды – это организация с многолетней историей. На протяжении многих лет студенты университета работают на благо вуза, облагораживают территорию, занимаются уборкой и реконструкцией помещений, общежитий университета. К нам сегодня в гости придут представители движения студенческих отрядов Казанского государственного университета. Сегодня заявлено 35 участников и, конечно же, наши уважаемые гости. Главной и отличительной вещью представителей студенческого отряда является целинка. Это зеленая куртка. Изначально это была просто верхняя часть рабочей формы, выдававшаяся каждому, выезжавшему на целину. На левом кармане помещается нашивка должности. То есть я вот командир, у меня звезда, одна лычка. То есть я командир отряда. У бойцов написаны, значит, буквы ЛСО, линейный студенческий отряд. И у каждого направления свой значок. После мероприятия все желающие студенты смогли задать интересующие их вопросы, а после приглашенным гостям провели экскурсию и ознакомились с экспонатами музея КФУ. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.